Так, что мы имеем? Toyota Arista, 2000 год, распил, сварен. Двигатель 2GZ GTE. Комплектация Vertex Edition. На 18 катках. Добрая резина, летняя правда. Ангельский глаз на фарах. Ее такое бодрое. Так, посмотрим двигатель. Работает исключительно. Тут ничего не мылось. Это вот он такой пришел. Видно, что так вот. Загажен немножко. Нигде не мокрит, не сочится. Работает исключительно. Турбины живые. Но пробег 125 тысяч километров. Ничего не будет. Были с таким обслуживанием, как Япония. Стоит ксенон. Везде. Ну и плюс ангельский глаз. Капот закроем. Состояние машины отличное. Единственное, чего здесь нет, не единственное, два момента, это кожи и люка. Ну, я считаю, скорее так. Диски разноширокие. Задняя стоят 265 на 30 на 18, передние 235, по-моему, на 40. Да, на 40 на 18. Тут полка меньше. Вот видно. Булочка. Булочка побольше. Не знаю, насколько видно. Так, здесь тоже оптика стоит. Японская. Вот. Диодные. Спойлерок. Vertex Edition. Диски состояние идеальное, резина тоже